прекрасную погоду и вот невероятную красотищу. Давайте снимаем, море видно. Но только чтобы не трясла рука, да. И заодно мы сейчас, мы сегодня уезжаем, да. Так, сейчас, подожди, надо будет посмотреть, как это все перевернуть. Вот так. Я знаю. Вот, все. Анжелина, привет! Вопросов пока нет. Мы сегодня улетаем в Москву. Должны приехать в Москву где-то, прилететь в 3 часа, что ли, ночи. 3 часа ночи. Да. Вот. А завтра у нас вылет в Саратов. Еще погуляем по Москве. Володь не пьет? Нет, конечно. Володя выехал. Максимум везу домой. У нас вот здесь вот если поехали. Ну, короче, мы решили, что не поедем. Мы не хотим тратить время. Мы приехали наслаждаться океаном, белым песком, пляжем и все. Больше не хотим туда летать. Пляж, да, пляж очень хороший. Пляж очень красивый. Вода невероятной красоты. Вообще просто невероятная. Юлечка, везите с собой тепло, в Саратове минус 30 градусов. Конечно, я там прилетаю, сказали, утепление. Ну что, хочу еще раз всех мужчин поздравить с 23 февраля. Пожелать вам, дорогие мужчины, здоровья, во всех делах и начинаниях, конечно же, семейного благополучия, личностного роста вам, всего-всего самого-самого хорошего. Температура здесь сегодня где-то 30-35 градусов. Вот хорошо, вот мы поднялись. Да. Тут, отель как называется? Наверх. Риксос. Вон он, Royal Zanzibar Beach Resort. Я во всех своих практически сторис ставлю геолокацию. Спасибо большое. Поздравление Владимиру. Спасибо большое. Очень красиво. Сейчас купаемся, у нас время.
не слышно из-за ветра. Вот на эту сторону встаешь, ветер туда дует, да. Вот сейчас слышно нормально. Ты не прощайся, просто уходишься. Ну да, я прошу за тебя всем большое спасибо. Светлана, Светик, привет. И, конечно же, скоро будет весна. Спасибо, Свет. Будет тепло. Всех еще раз с праздником. Всем большое спасибо за поздравления. Люблю, ценю и уважаю. Всех с праздником.